Всем привет, друзья! С вами Slim Cybernetic, и я приветствую вас на канале Вот Не Тот. Сегодня я выполняю очередную боевую задачу. Это ПТСАУ-15 на танк Т-55. Осталось мне буквально сделать там два шага до получения данного танка. Так вот, мне необходимо нанести минимум 6000 единиц урона. И для выполнения данной боевой задачи с отличием мне надо выполнить дополнительные условия, а это... В целом не особо сложно это сделать, как минимум 3 фрага. Карта у нас фьорды, вот, и в бой я вышел на Waffentrager E100, вафелька 10 уровня, одна из моих любимых ПТСАУ. Очень мне она нравится, и вот и есть такое мне небольшое сожаление, что, к сожалению, я ее не сразу выкачал, как ее только ввели. Вот, не довелось мне поиграть на ней, когда у нее там еще 200 хитпоинтов было, там 6 снарядов в барабане. Не хотя с 6 снарядами, по-моему, я играл, но тем не менее, в том виде, в котором она сейчас есть, танчик достаточно нагибуч. Да, тот принцип хрустальной пушки остался, то есть слить в рандоме вафлю — это милое дело. Вот, пробивает ее в башню, которая там у нас без брони, можно так сказать, все и вся. Дикий фокус, что с нами делает артиллерия, это уже вообще можно писать книги. Вот, кто настолько не ваншотит. Но, тем не менее, играть на вафле все равно достаточно здорово. Хоть приходится играть, можно так сказать, аккуратно. Карта фьорда, и поскольку в бою есть арта, объект 261, вот, ну, не было у меня желания ехать туда, в центр, потому что, как правило, там или с этой лужи, или с направления СТ все равно засветит, и просто дико страдать. Я принимаю решение поехать сюда, на материк, куда едут обычно тяжи. Вот, и как бы помочь им и справиться с вражескими тяжами. Соответственно, я тут, по крайней мере, не буду страдать от арты. Приехал я сюда с Е100, и Е100 просто дико умирает. Чувака поставили на гуслю, получил он пилюлей от 3 танков, пожалел ремкомплект. Потом начал назад пятиться, получил еще 3 залпа, вот, и Е100... вот, сыграл, можно так сказать, в бою на десятке буквально 1,5 минуты, при этом ничего не настреляв. Красава, я написал, конечно же, все, что о нем я думаю, в принципе, в 3 словах. Вот, его поведение мне напомнило поведение вот одного из членистоногих на дне водоема. Но не столь важно. Теперь же противник начинает рашить меня. Я, забрав из 8-го с пустым барабаном, ухожу на КД. И вот тут реально мне сейчас просто-напросто дико повезло. Объект 268 каким-то образом умудрился стрельнуть мне в ВЛД и не пробил. Из 7-й, наверное, с вертухана стрельнул, и снаряд прошел мимо. И вот эти два, можно так сказать, не попадание, не пробитие, вот, и, можно так сказать, решили отчасти исход матча, вот, и я, успев откадешиться, из 4-й союзный красавчик увидел, что меня вот сейчас заберут, он просто-напросто помог, спас меня, вот, забрали там 268-го, и из 4-й своим корпусом вошел в клинч к ИСУ-7-му, вот, и закрыв меня, просто вот-напросто сделал все, чтобы я выжил. И я ему офигенно благодарен. И 7-й он, кстати, вон пишет, что «Вафля, тебе, мол, нереально повезло». Да, повезло, потому что ты дурила с вертухана на советской технике стреляешь и умудрился с пару метров не попасть в такую большую башню. Вот. Waffentrager E100. И все, ребят, направление это, можно так сказать, мы отдефили. Вот, к сожалению, я остался ваншотным. У меня 500 хп, и я стараюсь играть максимально осторожно. У противника большое скопление в центре карты
техники, вот, и я стараюсь играть максимально осторожно, вот чуть-чуть высунувшись здесь, чтобы меня не забрала арта, не прострелили ПТшки, если они там есть на вражеской городке, на респе забираем мы ИСа 7 и забираем Бачтильона. Два снаряда я еще выпускаю вот вдаль по Бачат, но, к сожалению, там крыши домиков, они мешают, ну, что-то я не попал. Но, тем не менее, уходим на КД, норматив по фрагам для данной боевой задачи мы выполнили, и вот мне остается ну, ни много ни мало еще чего-то там настрелять. Но в целом мне остался где-то барабан выпустить, и я думаю, же боевая задача, по сути, будет выполнена. Не спешу я лезть вот в гущу событий, потому что нет у меня хп, и стараюсь я вот как бы жить и работать по чужому засвету, потому что вот если из четвертый просит помощи, но я не к нему не поеду, потому что у ИСа четвертого есть броня, там обилие противников, и тем не менее он там умрет. Если же я туда поеду, ну, ребят, я тут, грубо говоря, на 1-2 выстрела, и, по сути, как бы нет резона, поэтому я стараюсь максимально тут уже осторожничать, вот, и жду, когда просто противник ошибется, вот, сам вылезет. Отсюда уже нету прострела, вот, принимаю решение немножечко продвинуться. Вот, и тут, как вы видите, из четвертой вот уже практически начинает умирать, и вот он уже в ангаре. Конвей ПТСАУ британская 9 уровня я его добрал, и я вот пока тут не засветился, вот, решил не двигаться, вот, просто дождаться ее. Вот он вылазит, ставим его на гуслю, с трех снарядов забираем его, отправляем в ангар, и при этом получив плюшку, вот, и становимся мы вообще конкретно ваншотными, осталось у меня 133 хитпоинта, в барабане осталось два снаряда, и я решаю еще выпустить их сюда, в объекта 704-го, вот, и тогда уже уходить на КД. 704-й вышел из-за света, но тем не менее мы видели, что он вкусно бортом стоит ко мне, и отправив туда в направлении в том два снаряда, я вот с чистой совестью ухожу на КД. В целом, можно так сказать, вот и все, что я в этом бою настрелял. Суммарно настрелял я почти 7000 дамаги, 6900. Вот, и сделал 4 фрага. Вот такая вот петрушка, можно так сказать, друзья. Барабаны, они реально могут дамажить, они реально опасны, поэтому неписанное правило рандома — выносите барабанов в первую очередь. Мне крупно повезло в начале боя, что объект 268 меня не пробил. Мне крупно повезло, что ИС-7 каким-то образом вот на ходу, наверное, без сведения стрельнул и промазал. Вот, и вот эти, можно так сказать, два момента отчасти сделали вот, можно так сказать, все для меня, чтобы я и выполнил и боевую задачу, вот, и, можно так сказать, внес немалый свой вклад в победу в этом бою. На этом мне все, друзья. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Slim Cybernake. Всем удачи в боях и пока.